Прямое включение из Калифорнии. Я телепортировалась временно. Вот, решила для вас поснимать здесь. Что вы скажете о Калифорнии? Хорошо? Я думаю, да. Мне нравится. Попугаи тоже сказали, что им нравится здесь. Вот местный Вегас здесь. Как вы видите. Да ладно, я шучу. Я еще все еще в Испании. Никуда не уезжала отсюда. И тут неплохо кормят. Поэтому вот снимаю для вас любимых. Что тут происходит. Это Лас Америкас. Золотая миля, так называемая, где куча, очень большое количество магазинов, торговых центров с магазинами. Можно прибарахлиться на свой вкус. Любой. Свободно от отдыха на океане или в бассейне время. Поэтому вот можете сюда приехать, прибарахлиться. Только ходить много придется, потому что это все растянуто по длинной улице. Он меня ждал еще с прошлого перекрестка, стоял. Немножечко горы, пальмы и прочую радость. Сейчас еще подсниму для вас местный отель в греческом или в каком там стиле. Мне так вот этот вид нравится. Если тут еще никто не ездил, я тут могла на серфборде вот так по этим улицам рассекаться. Надеюсь, сейчас меня не поругают, что я тут по краю немножко для вас поснимала. Оно так классно вообще. Мне самой нравится этот вид, когда он потихонечку едет. Ладно, уйду. Машины нервничают, водители нервничают. В стеклянном вот этом отеле реставрация оказывается. Сейчас все повыносили, мебель, матрасы, кровати, стулья, тумбочки. Видно, сейчас делают реставрацию, пока туристов немного. Готовы к сезону. Там было видеть. Я буду уже, ладно, снимать, сколько там матрасов лежит, кроватей и прочего став из номеров на улице просто под открытым небом. Сейчас мы поснимаем этот отель. Тут ночью есть иллюминация красивая. Там ремонт. Клеопатра Пэлэс Отель. Вот. Клеопатра Пэлэс.
А это что это? Это не отель? Я думала, что это и есть Хардрок отель. Ну, тут кафе находится. Еще какая-то Клеопатра рядом тоже тут. Пирамида де Арона. Еще такие дела. Вот тоже торговый комплекс тут напротив. Можно пошариться, но там я не снимала, потому что иногда я захожу в магазины, и они делают замечание, что здесь нельзя снимать. Хотя знаков я тоже не вижу, что нельзя снимать. Возможно, нельзя. Но тогда надо повесить на входной двери значки, что снимать нельзя, с собаками нельзя. Это будет правильно. Что самих значков я там не видела, где мне запрещали снимать. Можно покататься на каком-нибудь поезде. Один на самокате, другой на сорборде. При соседе здесь прикольно. Идеально асфальтировано, как вы видите, между его дорогой и тротуаром нету никакого бордюра. Вот. Сейчас покажу для вас. Видите, нету вообще все вроде. То есть на инвалидной коляске можно поперек в любом месте переехать через проезжую часть. Это сложно так сделать, но люди добились. Без барьерной среды на всей улице. Даже где тротуар соединяется с проезжей частью. Мне это очень нравится. И много туристов с ограниченными возможностями могут беспрепятственно здесь передвигаться. Без сопровождения даже. Это очень классно. Многие поэтому именно люди с ограниченными возможностями именно сюда и едут из-за этого. Им здесь комфортно. Отдыхать. Вот так привлекают туристов здесь. Безбарьерной средой. Кто-то летает на каком-то моторчике с крылом. Параплане с мотором. Сейчас может получится заснять, он полетел. Хочу себе такой лесопед, как у того дядечки. Куплю, когда начну больше зарабатывать. Или такой пуховик, например, на Тенери. Нет, такой пуховик я не хочу. Чуть не затарал надо людей. Thank you.
напали и несут большие коробки. Что-то пальму подувяли, подусохли. Или это так надо? Такой сезон. Ой, опять этот велосипед, дядя. Не мани меня этим велосипедом. Ну, кстати, на прокат взял. Думаю, может мне сюда повернуть? Показать, что тут вон. Поверну сюда. Это, кстати, живые кактусы все. Это вот оно все живое и растет, и цветет. Держалась как я могу. Океан, как всегда, прекрасен. Сегодня день серфинга. Удается, я смотрю, есть люди с досками, пытающиеся покататься на волнах. Сейчас подснимем немножечко, что там у них получается. Может, я тоже когда-то попробую этот вид спорта, когда снимусь.
тут шумно, ветрено точнее. Поэтому надо громче говорить для вас, отличаться. Вспоминать, как я разговариваю с испанцами, потому что они тоже меня не слышат, и мне приходится усиливаться. Вот сейчас тоже изо всех сил усиливаюсь свои децибели. О, мне тут очень нравится. Вдочек красиво. Ну, тут пляжа нет, так как здесь, я уже не помню, какие-то морские обитатели живут, исчезающий вид. И пляжи тут не делали, то ли моллюски какие-то, в общем, точно не скажу, но что-то такое слышала. Из-за этого здесь пляжи не делали, здесь оставили естественную среду обитания, но набережную облагородили, чтобы было можно прогуляться. А там не засыпали ничего песком. Потому что, по сути, все из берег раньше выглядел вот так, а порой даже хуже. Менее был пригодный для отдыха туристов. Это все культурили, засыпали песком, сафары элитным. А здесь не тронули, чтобы моллюски и дальше смогли жить, так как они исчезающий вид на земле. Вот такие дела. Будете исчезающим видом, и к вам будут так относиться. Пожалуй, здесь я и присяду. Это для меня четко. Вообще. Видите, для меня лавочка. Я на нее. О! Знаю, шумно, но потерпите. Меня еще не было. Посмотрите, какая красота. А? Если есть желание смотреть про то, как проходит жизнь на Тенерифе, в целом, как выглядит остров Тенерифе, то добро пожаловать, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии любого рода, что хотите, можете написать, что вас интересует, всем ответим. И всех люблю, ценю и уважаю. И до новых встреч!